Буквально остается, наверное, 1 килл, мне 50 опыта с повышенным опытом, и я смогу получить себе новое звание. Ура, бригадира получаем, парни! Если хотите продолжение, давайте уже не 200 лайков, скажем так, хотя бы 150 наберем. Я понимаю, что многим ребятам уже данный аккаунт не особо интересен, но те ребята, которые реально ценят и ждут новый выпуск, то давайте прожимаем лайки, и я пойму, что мы дальше продолжаем данный аккаунт прокачивать. Друзья, приветствую на канале, с вами Mortal, и сегодня тоже продолжаем, скажем так, качать свой бездонатский аккаунт. А сегодня мы, что по планам, сегодня получаем бригадир звание, да, у нас буквально остается, ну, меньше 2000, да, я, честно, забываю все с вами поделиться о том, что я вступил внутриигровой клан тег, да, это ICQ, кто знает данный клан, как раз на этом, в этом клане стоит мой аккаунт UT, и как раз в него я вступил теперь вместе с вами, точнее не вместе с вами, я могу, скажем так, среди ребят выделяться в боях, да, если вдруг вы не уверены, что это я играю, либо другой человек, который создал ник, а кстати, такие ребята уже есть, потихонечку ребята создают никнеймы подобные, то вы можете меня определить по клантегу, который у меня есть на аккаунте. По поводу ребят, которые, скажем так, подобный никнейм создают. Есть такие ребята уже и появляются. Immortal Hero Dove создал парень один такой аккаунт. Давайте быстренько забежим в профиль, посмотрим, насколько у него крутые успехи. Да, может быть, парень уже к тому моменту, когда ролик выходит, уже имеет легенду, не знаю. За 7,5 часов парень набил Орнд Офицер 4. Давайте сравним с моим, может быть, немножко аккаунтом, чтобы немножко представление иметь. То есть парень набил 126 тысяч опыта за 7,5 часов. Я же в своем случае 600 тысяч опыта за, наверное, чуть большее время. Да, это получается в два раза больше я, скажем так, потратил времени, чтобы набить 600 тысяч опытом. Ну, то есть, если сравнивать наши два аккаунта, я немножко эффективнее идут, скорее всего, прям в два раза эффективнее, чем тот парень. Но ничего страшного, я думаю, что у парня все получится. Он, кстати, играет тоже, видимо, на Викинг Молд, а нет. Васпа Жига, Дрон Брут, использует модуль странный, на самом деле Жига, Твинс еще более-менее, но Жига, честно, может быть, не самый лучший вариант, но посмотрим, может быть, будем немножко следить за этим парнем, да, что же, как он прокачивает, у меня какие успехи, во-первых, УПшечка, десяточка немножко падает, то поднимается, в зависимости, где я играю, какие форматы, потому что, поскольку я несколько бит сыграл в других форматах, чтобы выполнить миссии, и набить немножко овердрайва, поскольку ну хочется ультра контейнеры все же получить. Кстати, я взял тортик, первый свой торт, даже на основном аккаунте до сих пор не взял. Хотя к тому моменту, может быть, когда ролик выходит, уже где-то чего-то я и взял. 12 тысяч кристаллов получил на халяву, на бездонатский аккаунт, очень приятно. И 8 голдиков в целом просто поймал. Сегодня, кстати, что по планам? Кроме того, что я куплю себе молота. Вроде бы на бригадире, да, должен получить звание куплю молота. Так мы еще откроем контейнеры. Кстати, может быть, ставочка до этого была. Там я открыл парочку контейнеров, мне выпала, по-моему, дашечка и кристалл 3500. Если не ошибаюсь, может быть, если даже не вставлю, но довольно такие скудненькие призы. Я думал, что премочка будет. Надеемся, что что-то нам сегодня выпадет. И давайте заберем награды за, скажем так, ежедневные миссии, которые я проходил. Как раз играл, старался, недельный занк, это уже одну могу получить вообще отлично, сейчас откроем, не знаю. Но хотя бы три контейнера, если откроем, то будет вообще идеально. Бэм, забираем, да, три контейнера. Давайте еще заберем, может быть, за особые миссии какие-нибудь призы. Это бонусы премиум аккаунт, до сих пор у меня премиум аккаунт действует, наверное, осталось где-то час, точнее день и пару часов. У меня подарок, 12 минут. Подарки, если честно, пока что не радуют совсем, да, 12 минут, но в честь дня рождения, но могли... Ну, не знаю, хотя бы контейнеры давать каждый день, еще что-нибудь. 12 минут, сейчас, ну, скудный приз. Забираем все равно, как бы, пригодится, не особо нужно, но что поделать. Получаем кристаллики за звание 16 тысяч за, за полковника просто. И по овердрайвам, по статистике у меня получается 103 овердрайва всего лишь активировано. Конечно, лучше уже, да, немножечко двигаясь, но не с той скоростью, которую хотелось. Давайте теперь приступим к открытию контейнеров. Три контейнера у нас есть. ДДшечка, мне нужна либо дашка, либо кристаллики нужны, либо премиум аккаунт, поскольку дашек самый меньшего припаса пока что на момент. Две ДДшки падают два раза и 10 тысяч кристалликов, кристаллики нужны, жалко, что не премочка. 205 тысяч кристаллов уже на аккаунте есть. И, кстати, по звездам 364 звезды набил, у нас уже челлендж новый появился в игре, как раз сегодняшнего дня, как раз в тот момент я записываю, это первое число у меня июня, у вас может быть уже 15, может быть 10, не знаю, когда ролик именно выходит.
Ну, вам огромнейшее спасибо за поддержку. Кстати, вышел сегодня уже второй ролик, да, первого как раз числа, второй выпуск, а я уже снимаю, не знаю, выпуск, наверное, 10-й, 15-й. Вам огромнейшее спасибо, что поддерживаете лайком, да, прожимаете, пишите комментарии, может быть, чего-нибудь советуете. И вместе со мной тоже некоторые ребята, как показывают практика, тоже что-то пробуют. Не знаю, может быть, некоторые из них, которые тоже заявочку отправили, тоже что-то пытаются, просто никнеймы чуть-чуть другие создали. Допустим, те ребята, которые с премиум-аккаунтом, допустим, Mi 4. Не знаю, что за парень, но он тоже, наверное, только, скажем так, прокачался, точнее, создал аккаунт. Тоже пока что Hopper Twins также используется, как я начальных званиях, но в дальнейшем, может быть, чего-то он поменяет. Отправляемся в режим Джаггернаут, да, заодно еще посмотрите, в каких форматах, точнее, не форматах, Джаггернаут до сих пор играет, да, практически этот формат, не меня, поскольку для меня это самый эффективный формат. И посмотреть, на какие же звонки со мной попадаются. Поскольку я уже успел, не знаю, наверное, битв 5 сыграть против легенд. И сейчас сказать, что эти легенды совсем никакущие были. Я этих легенд просто на изи нагибал, к сожалению. И наших легенд тоже чпокали прямо во всех стороны. Я, честно, не понимаю, каким образом можно на легенде иметь джеску в 2 раза, чем у меня, а джески были в 2 раза, чем у меня. Вот так вот играть парни на роликах. Я вам говорю, что довольно сложно. Тем более на стримчиках, когда вопросов много. Джеска у ребят было в 2 раза больше. А они, если честно, играли, не знаю, такое ощущение, что попались джеска 1000 против каких-нибудь легенд. И они совсем ничего не могли сделать. К сожалению, почему-то вот такие легенды сейчас в игре есть. Обидно. Поэтому, парни, те, кто смотрит ролик, да, как бы прислушивайтесь. Подчеркивайте для себя что-то интересное. Учитесь. Нагибайте, и все у вас. Надеюсь, что получится. По крайней мере, я стараюсь. Я думаю, что вы тоже стараетесь и тоже повышаете свой навык игры. И в целом получаете небольшие, скажем так, знания того, что я записываю. Так, ну, кстати, по звонкам. Довольно. Неплохие, да, моего уровня. Жалко, что не джаггеры. Там вот встал. Бывает такое, что с джаггерами становлюсь. Но стараюсь как можно чаще именно податься именно джаггером, поскольку припасов немного, 103 дашечки пока что есть. Кстати, я получил, видимо, за челлендж, либо за какие-то прохождения, за миссии, потому что у меня дашек до этого было, ну, около 60 штук, поэтому потихонечку копим. Потихонечку пока что хватает. Мне овердрайвы, если честно, очень я за них переживаю, поскольку на овердрайвы я не знаю, где активировать столько штук, тем более на викинге, который у меня долго копит овердрайв. И, кстати, по резистам ни разу еще не сказал вам, да? Резистов от молота очень мало. Разве что, если против легенд попадаешь, там, конечно, резисты присутствуют. Но на таких званиях, на уровне моих, да, вообще никто не берет резисты. И данная пушка довольно эффективна в этих, на этих званиях. Кстати, команда довольно неплохая у нас попалась. Мы уже уверенно нагибаем. У меня, кстати, овердрайв уже есть. И можем прям тут активировать, если джаггернаута. Думаю, что мы способны. Отлично. И остается 500 опыта до звания. Буквально немножко. Если у диктатора сейчас овердрайв накопит, можно было бы нам раздать всем. И я бы как раз красивенько это звание, наверное, бы получил. Давайте хоть немножко. Но не засейвил хп, ну и ладно. Кстати, против нас уже генерал попался, да, по джескам. Я вижу, что ребята даже некоторые имеют лучше. Mortal Hero реальный, парень пишет, вот и ребята уже знают. Давайте пишем привет. Yes, я Real Immortal Hero Legend. Не знаю, в то время, может быть, уже какая-нибудь 300-я. Но в этот момент, пока я когда записываю, еще 300-й легенды нету. И еще не за горами, скажем так. Давайте этого парня солим. Как раз генерал. Вот генерал играет, да, вроде бы джеска у меня отличная. Устройство на рису есть крупнокалиберка, но я вижу, что игрок совсем не понимает, что он делает. Да, он нарит, да, он пытается, но совсем не то, что нужно. Хотя аптечка у него какая-то уже вторая активировалась, не знаю, каким образом, либо я до этого не обратил внимания. Но ребята, кстати, на этих званиях очень уже часто используют какие-нибудь дроны, тем более, если дрон не брут, а другой какой-нибудь, который добавляет дополнительную защиту, то, конечно, тяжело против таких ребят становится играть. Я сегодня, конечно, приобрету себе уже молота, да, новую модификацию, и мне уже будет комфортнее против таких нагибаторов играть, но пока что бывает, что сложновато, но бывает, что звания, в принципе, более-менее попадаются, не легенды, и более-менее себя чувствую комфортно. Пока что второе место не так эффективно, но я вам повторяю, что играть и общаться, при этом
нагибать очень тяжело, честно, очень тяжело, потому что я когда играю вне голоса, скажем так, я понимаю, какой противник передо мной стоит. Ура, звание бригадир, ес! А сколько мы уже этих званий получили, я надеюсь, что в конце я потом все эти званки совмещу в один ролик, да, под какую-нибудь музыку и сможем красиво понаслаждаться всеми званиями, поскольку не все званки идут в сами ролики, да, не все званки вы видите, но я надеюсь, что потом смонтируем как-нибудь красивенько это все выложим. О чем я говорил? О том, что ребята как бы играют с хорошим джетским, но при этом, ну, как бы не настолько эффективно, да, генерал вроде бы имеет уже 70 очков, но не сказал бы, что это эффективно, тем более у него резист от мин. И от джики. Мне кажется, джики не так много играет на таких званиях, да, если даже играет, но против них точно не стоит резист брать. Как по мне, лучше от дальнобоев каких-нибудь взять. Я, кстати, до сих пор резист не прокачал. Может быть, даже сегодня резист еще прокачаю вместе с вами, да? Поскольку резист уже требуется, хотя бы один нужно прокачать. Чтобы хотя бы защита была 25%, поскольку, ну, пока что... Ну, резисты вроде неплохие, я особо не жалуюсь на резиста, но... Было бы неплохо приобрести, тем более у нас кристалликов должно хватать на резистик. Хотя бы один, на второй я уже, наверное, тратиться не буду, поскольку... Ну, не за горами у нас открывается, у меня, точнее, открывается викинг МК-5, наверное, получается, или МК-6 уже. Наверное, МК-6 уже. И... Мне нужны будут на него кристаллы. Чтобы кристаллы получить... Нужно активно играть, а я вроде бы активно играю, но при этом звонки быстро летят, а кристаллов прям не так уж много зарабатывается. Нужно все, скажем так, экономить, либо бережно относиться и перепроверять, смотреть на Википедии, сколько тут нужно кристаллов. За следующие покупки скидок, к сожалению, нет. На вашем месте, конечно, я так бы быстро не прокачивался, да, на вашем месте бы достаточно было заходить в игру, выполнять миссии, выходить с игры, ждать каких-нибудь скидочек, приобретать что-нибудь себе выгодным образом и потом опять играть эффективно и активно до следующей модификации, а потом на скидочках опять закупаться, и так, на самом деле, было бы эффективно. Поскольку у меня 3 дня премиум аккаунта, я довольно хочу быстро прокачаться, да, то я стараюсь как можно быстрее прокачивать свое звание. Викинга Риса, который на капитане, играет с дроном Брут, на минке подрывается, довольно неплохо отыграли. Кстати, резистик один тут все же присутствует, да, от молота парень переоделся, не знаю, либо он так залетел, то ли он решил от меня лично взять. Но пока довольно неплохо. Может быть, как раз этот парень и писал о том, что реально ли Immortal, но я, если честно, уже не помню. Не обратил внимания. 30 секундочек остается до конца. В принципе, по счету ведем. Я, в принципе, по ОП тоже довольно неплохо держусь. Но я говорю, что без роликов я довольно сильнее играю, скажем так, эффективнее. Так сильно это все меня отвлекает. Я могу себя чувствовать уверенно, нагибать. А даже если игра не на джиггернауте, стараться где-нибудь сейвить ХП, выживать, стараться поддерживать какой-нибудь ОП, хотя бы... Чтобы это ОП немножко меньше десяточки, скажем так, не пало. Хотя на ОП я сильно не обращаю внимания. Просто очень красиво смотрится, когда у тебя до сих пор 10 ОП. До сих пор оно не понижается вне зависимости от звания. Получаем 3660 ОП, да, довольно неплохо. И по кристалликам. 2200, не такой рекорд тоже. Рекорды у меня были прям невероятные. Там больше 7000 кристаллов. Поздравляем, вы бригадир. Открывается мне... МК-6 уже модификация от Грыма, парни, представляете? А я до сих пор на МК-4 сижу, поэтому точно нужно приобрести ее. Тем более мы получаем кристаллики за звание опять, вновь. Давайте быстренько их заберем. Это 17 тысяч, довольно крутая циферка, мне приятно такие кристаллики получать. И быстренько забегаем уже в гаражик и приобретаем себе молота МК-6. Ну, МК-7, но нет, до МК-7 пока что рановато, МК-6. Покупаем 101 тысяч кристаллов, кристаллики прям невероятным образом улетают. И приобретем хотя бы резист, наверное, от риса, если уже возьмем. Рейс я вижу, что больше, тем более сейчас в бою риса было только. Ромов вроде бы не было. Берем от риса и прокачиваем до МК-5. Да, я уже думал, что микропрокачки, но нет, все верно. МК-5, все отлично. И в следующем выпуске, если будет хватать, то возможно приобретем, скажем себе, викинга МК-6. Уже будем увереннее себя чувствовать. И, возможно, модуль тоже. Но не 100%, если будет получаться. Вот такой выпуск, парни, вышел. Если вы до сих пор следите за всем этим действием, да? И вам они до сих пор нравятся. Кстати, GS-ка 5000 такая красивая, яркая, розовая. Мимимишная. Вообще круто, на самом деле. Мне пока что все нравится. Поэтому не забывайте, скажем так, ролики данные поддерживать, да? Если они до сих пор вам, как я ранее сказал, нравятся. Я надеюсь, что они вам нравятся. Вы каждый выпуск ждете, скажем так... Как можно быстрее, чтобы он вышел. Не забывайте также подписываться на канал, поскольку, ну, по статистике канала, что ребята многие смотрят без подписки, а именно 40%. Поэтому не забывайте подписываться, не забывайте прожимать колокольчики.
С вами был Immortal Hero ET. Продолжаем безнацкий аккаунт. Всем до скорых встреч.